Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать вот такой вот сезонный виджет «Падающие снежинки». Очень симпатичный виджет. Сначала снег летит, потом снежинки как бы немножко вот на ветру дрожат и сами меняют направление. Летят по диагонали то в левую сторону, то в правую. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. И здесь у нас есть 4 позиции в настройке. Смотрите, у нас есть вдали маленькие снежинки, потом чуть больше и в конце самые большие. То есть это создает эффект глубины. Начиная сверху, вот 15 это размер снежинок, то есть вы можете задать от малого до максимум значение 200, то есть совсем большие снежинки. Или же вы сможете убавить все снежинки, если вы считаете, что они слишком большие. То есть в самом конце видно размер 150 у снежинок. И у них размер самый большой. Они такие немножко размытые, да? Чтобы как раз придать эффект глубины. И, соответственно, здесь вы меняете размер снежинкам. Ниже параметра идет этот цвет для данных снежинок. По клику по цвету вы можете задать любой цвет. Вообще не знаю, зачем здесь это нужно. Белый цвет снежинкам свойственен. Поэтому, не знаю, может быть, какой-нибудь голубой попробовать поставить. Не знаю. В общем, сами смотрите, менять цвет или нет. И, значит, вы уже поняли, да? Вы контролируете размер. Если большие, вы можете все убавить. Например, давайте вот поставим задние снежинки. Поставим единицу. То есть наш виджет, он уже будет работать. Его не надо растягивать. Он будет падать по всей плоскости нашего сайта, да? То есть он будет как бы резиновый. Переходим, давайте, на сайт. И вот если вы видите, вот вдали маленькие-маленькие такие точки. То есть я задал им размер единицу, и вот еле их видно. Соответственно, чем дольше сайт открыт, тем я заметил, что снежинок падает больше. Если мы обновляем страницу, вот видно, что их сейчас реально меньше. И мне очень понравился этот эффект, что они как бы дрожат на ветру как будто бы и меняют свое направление. Очень понравился мне этот виджет. В принципе, о нем здесь все. Настройки здесь у него закончились. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Желаю вам удачи. До новых встреч. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!